числе тот участок, который спорный, по которому природоохранная прокуратура сейчас суется, на 9-й дачный, около пионерского лагеря, вокруг всех пионерских лагерей прирезаны территории, которые уже не являлись территорией пионерских лагерей, но они теперь как бы вокруг них, вот там такая лесная зона для кого-то очень приятная. На 6-й дачной, на 5-й дачной. То есть мы везде видим, что выведены участки из искусственной поляны. Вот по Ленинскому району это идет повсеместно. Кроме того, еще одна опасность. У нас сейчас, оказывается, в городе не осталось городских лесов. То есть вот та зона R3, то есть они вместо того, чтобы зону R3.1, это особо охраняемая, они ее переводят в зону R3. И мы думаем, ну ладно, это городские леса, они тоже защищаются законом. Но, оказывается, наши деятели в архитектуре, они меняют правила землепользования и застройки таким образом, что теперь R3 – это просто зеленые зоны, которые, в принципе, они дальше раздают почти что на общих основаниях, и она не находится под особой охраной.